Всем доброе утро из моей ванной. Чуть не сказала, из моей кухни. Девчонки, опять я себе приобрела, опять и снова приобрела этот замечательный скраб Алия на Вайлдберрисе. Первый у нас улетел просто с Машей за месяц. Мы же его используем как вместо геля для душа. Такой классный, девчонки, скраб. Вот именно мне нравится. Ну, кто любит, конечно, тайский манго. Вот он. О, какая красота вообще. Мелкая текстура, вот эти мелкие скрабики здесь. Натуральные масла. Запах такой. Вот я сейчас распарилась. Приняла ванну. Оставалось у нас чуть-чуть скраба. Маша увезла его уже в Магнитогорск к себе. Я говорю, ладно, забирай. Я себе новый выпишу. Сейчас хотя бы лицо, моську свою поскрабирую. Все тело. У нас Семен с Настей, когда ночевали, они тоже говорят, боже, это что такое? Семен тоже вместо геля для душа. Поскрабировался. Какая прелесть. Посмотрите, какой он. Миленькая текстурка. Так. Сейчас. Ай, маслянистость какая. Я прям на лицо смело наношу, потому что сейчас в баню не ходим. И Сергею говорю, а надо как-то нам старую кожу сбрасывать. Лицо у меня уже распаренное. Вот так вот. Ой, посмотрите, оно даже как пенится, как будто мягенькая, как маслечко. Наношу. Ой, горяченькая. Растираю все хорошо. Такой цвет, видите, желтенький. Все смываем. Поскрабировали. И у нас обновленная кожа. Так. Ой. На Вайлдберрисе я выписывала эту красоту. Так. Снимаем полотенце. Пропитываем. И сейчас еще что я, чем я пользуюсь. Вот такие у меня под глаза из морозильника. Как они называются? Не панча. Под глаза вот так от отеков. Прикладываю. Отзывы очень хорошие. Почитала. Вот так надо мне полежать. Смотрите, кожа аж блестит после скрабика. Можно даже кремом не пользоваться. А, хорошо, как. Долго не лежим. Сейчас покажу, как я сделала вот эти вот полезные. Блин, сейчас скажу, как их называют. Пончо. А вам, девочки, обязательно надо приобрести вот это. На подарок или куда-то это. Премиум косметика по выгодной цене, по бюджетной цене. Алия. Пойдемте покажу. А, холодно, как бы не заморозить. И сушиться. Патчи они называются, вспомнила. Сейчас надо наготовить мне. Берем вот так банан. Шкурка банана нам потребуется. Это съедаем обязательно. А это вот так вот разрезаем на 4 части. Вот у меня на 3 дня есть. Заморожено.
Можно побольше делать, но я пока не хочу банан с утра. Убираем в морозильник. И утром накладываем. У меня даже вот красненько. Но долго, я думаю, держать не надо. Там кто-то пишет, долго, я думаю, нет. Тоже же это вредно. Подержали, посмотрим эффект. Прям все вау пишут эффект. Можно еще огурцы также, да? Только не замораживая. Витамины для глаз. Сегодня солнце вышло, вообще хорошо. Что сегодня нужно сделать? Край. Собрала кучу огурцов. Вот литров, наверное, 6. Нужно будет посолить. Хотела продать на базар. Поехала, а там с огурцами воз стоит народу. Думаю, ну ладно, посолю. Конечно, уже деваться будет скоро от них некуда. Посолю, но к вечеру. Сейчас знаете, что хочу главное? Сейчас обед, самое главное, приготовим вкусненький. Съездила на базар, купила перчик болгарский, 100 рублей килограмм она стоит. Хотя свой скоро поспеет, но когда скоро, это неделя через 3. Портится лук на грядках,
портится морковка, портится чеснок. Нужно сушить, пока все не перепортилось, насушить, сделать приправу. Вы у меня просили рецепт, сейчас покажу, как я ее делаю. Приправа обалденная, просто. Галина Бланка вообще нервно курит в сторонке. В прошлом году сделала мало, и мне прям я тянула до последнего. Супы второе просто преображается, вот честное слово. Значит, перец туда сейчас порежем. Морковку натру сушить, чеснок начищу. Лук репчатый, иначе он у меня все, он не доживет, портится на корню. Укропчик пока тоже есть, тоже туда все это. Потом блендером пробьем, не до мелкой совсем крошки. В общем, ну все покажу. Сейчас нужно обед сделать. Купила еще также абрикосы. Такие невкусные, такие сухие. Водой, честное слово, припевала. Просто, как, я не знаю, картошка. У вас же на юге жарко, дождей нет. Вот вообще сухая. Сухая-сухая, не сладкая. Не сладкий. Виноград тоже какой-то кислый. Не знаю, это ли у нас так продают. Ой, вообще. Надо компотик какой-то сварить. А то хоть выкидывай. Вкусный с виноградом компот. Я делала виноград, груши в прошлом году. Очень вкусный. Или позапрошлом. Так что вот. Почистила картошку. Порезала. Ничего не вижу. Ничего. Что тут? Ой. Можно взять куриное филе. Я взяла свининку. Замаринуем, пока готовим остальные овощи. Такой овощной будет обед больше. Можно вообще без мяса делать, тоже будет вкусно. Разные приправки любимые сюда запустим. Поперчим. Пусть маринуется. Почистила картошки. Картошка уже старая, мягкая. Теперь ее тоже надо кубиками порезать. Сполоснуть потом и к мясу отправить мариноваться. Посолить можно. Лодочки у нас сегодня будут. Лодочки. Солнце вышло и прям так жарко стало. Так хорошо. Сергей бегом побежал дом обшивать. Стучит. С утра была уборочка небольшая, влажная. После выходных, а то после кошек все убрать. Стирка. Отправляем картошки. Присолю маленько. Все размешаем. Теперь нам нужно сделать заливочку. Один свежий болгарский перчик,
возьмем и меленько порежем. Меленькими кубиками, вот в чашечку. Сейчас почищу, порежу. Чеснок почистить нужно тоже. Вот у меня с теплицы помидорка такая. Возьму, наверное, часть. Можно томатную пасту, кетчуп. Я немножко кетчупа добавлю. Чуть-чуть. У меня помидор не сильно красный. Натру сюда также, так, доска мне не нужна. Натру сюда чеснок. Что я еще хотела? И кетчуп. Господи, опять дождь пошел. Только белье повесила, была жара. Немножко кетчуп чили, капельку. Майонез. Чеснок натерла. Майонезик. Сыром в конце посыпем. Все перемешиваем. Делаем лодочки из пергамента. Наверное, посолить надо немножко. Чуть-чуть, потому что у нас будет сыр соленый сверху. Как пахнет вкусно! Замечательно. Так. Краешки заворачиваем. Видишь, у меня обед еще только собираю. Так, сделали лодочку. До часа через час-полтора, может, через час. Отправляем сюда. Наше мяско. С картошечкой. Так, ставлю на противень. Духовку разогреваем на 180. Сейчас еще сделаю 3. Немножко не успеваю с обедом, задерживаюсь. Так, и вот этой нашей заливочкой заливаем, накрываем. На 30 минут ставим при 180. Потом за 10 минут посыпаем сыром и опять ставим. Пока в духовке готовится обед, я уже готовлю на приправу. Вон, 2 переростка сейчас на салате. Вот мой лук. Так, тихонечко. В общем, берем все в произвольных количествах. Я буду поэтапно, часть сегодня, потом высохнет еще. Вот такой у меня эксибишн нынче. Буду резать, смотреть. Режем его, можно четверть с кольцами. Ну, покажу, девчонки. Режем. И будем выкладывать на сушилку.
Прям сопливый, весь сопливый. Вот зато красный хороший вот такой. У меня сейчас тоже на салатик пущу огурчики, перчик, помидорки, лучок. Петрушку возьму. В этом году у меня петрушка есть, укроп. Тоже все это туда будем добавлять. Морковка, я считаю, неплохая. Вот видите, все так, по 5, по 6 штучек взяла. Перец уже почистила. Ой, аромат сейчас будет дома. Обалдеть. Чеснок, лук сушится. А мне сейчас приедут за холодильником люди. Все мою. Готовлю. А, чеснок еще почистить останется. Тоже головки, наверное, 3-4. Почищу. Такс. Ой, красота. Посыпаю сыром теперь каждую лодочку. Ой, аромат это вообще. Включила даже функцию пара, потому что, чтобы быстрее готовилась. Сергей уже ждет. Кушать надо. И сейчас опять на 10 минут в духовочку, чтобы растопился сыр. Ну вот, блюдо готово. Очень мягенькое, вкусненькое. Сейчас будем кушать. Сейчас покажу вам. Это я уже режу, чесночок порезала. Решила тоже не тереть морковку, а вот так вот резать такими дольками. Все водянистое. Ужас. Режу. Перчик также буду резать. Лук. Лук на 4 части буду резать. И такими четверть кольцами. Покажу вам, какая тут сочность, вкуснятинка. Можно на праздник даже такое готовить. Чесночком пахнет. Зеленью сейчас посыпать. Ох, мне много. Это нам одну на двоих, наверное, с Сергеем сейчас. Ну, Сергей одну, я половинку. Я сказала, да, что можно с куриным филе. С филином кури. Друзья, это кадр сейчас был. Вообще. Возможно, к вечеру у меня затекет, глаз заплывет. Приехали люди за холодильником. Ни с того, ни с сего возле двора начали пчелы их кусать. Они зашли, говорят, нас пчелы покусали. Мы говорим, да нет. Посмеялись так. Да, ну откуда? У нас же пчел здесь нету. Понесли холодильник все. Как они нам дали? Мне в голову. Сейчас вот сюда залепили. У меня все тут немеет. Вон в палец рука ломит. Вообще Сергея покусали. Это вообще в шею. Мы не поймем, что это такое. Откуда? Ой, ломит руки. Так что покажусь вам пока еще в нормальном виде. Могу вечером вот такая с бланшем. Покушали. Очень вкусный получился обед у нас. Сейчас чай попьем. Да это не я, начну... я тебе подлепил. А, да, да, да. Он всегда, вот если что-то у меня случается, это я тебе подлепил, это я тебе. Так, все, порезала. Начинаю. Пожестче кладу на дно морковку сюда. Приправа будет супер. Вкусная. Так. Что у меня еще есть? Еще морковочка. Просто не буду. Так, застелила вот такую для манты варки вот такой сеточкой. Сюда укроп положим, а то он проваливается. Но это на последний ряд.
Чеснок можно. Тут, видите, чесночок сразу все. Что у меня там еще? Можно еще. Сочный перец. Еще одну. Все сюда. Лук. И вот хотя бы по одной так раз в неделю делать. Морковку всю буду натирать, убирать в морозилку. Она не долежит до весны. Придется так. Так, лучок весь сюда. Вроде много кладешь, а высушится и размолишь, баночка маленькая получится. Я даже без соли все это храню. Никакие мошки не заводятся в баночке. Абсолютно. Так. И лук и петрушку сейчас порежу. Ой, какая красивая. Сразу здесь, что ли. Отлично. Так, смотрим. Яблоки, вишня, рыба, ягоды, груши, зелень, лекарственные травы. 35-40 градусов до 6 часов. Вот сюда поставлю. 40 градусов делаю. Включаю. Все. Аромат будет бесподобный на весь дом. Хочу еще испечь печеньки. 300 грамм творога лежит в холодильнике. Завтра уже свежий придет. Надо прибрать. И к чаю ничего нет. 80 грамм маргарина сливочного. Разогрела микроволновки. Столовую ложку сейчас сметанки брошу. Вообще это тесто идет без сахара. Его добавляют потом при формировании трубочек. Но я чуть-чуть насыплю сейчас столовую ложку сахара, столовую ложку сметаны и немножко соли. Все сейчас блендером перебью. Чайную ложку соды положила, чтобы творог загасился. Вот такая масса. Теперь добавлю муки. Я не знаю, сколько до мягкости теста. Сколько возьмет. Потихонечку буду добавлять. Должно получиться мягенькое тесто. Можно разделить на две части, раскатать круг, сахаром посыпать, свернуть и нарезать рулетиками. Но я сейчас разрежу вот так вот. И каждый... Я буду на несколько частей, каждый буду в лепешечку раскатывать, сахарком посыпать и свернуть рулетиком. И на противень. Духовку уже включила на 180 градусов. В духовочку отправляем трубочки наши. Опа. Посмотрим, как зарумянится. Подымутся. Палочки. Огурчики. Целый чан.
Начинаю банки мыть. Вечером посолить надо. В кетчупе однозначно. Ну, не знаю, может быть, пару баночек таких простых посолю тоже. Все равно надо. Сейчас покажу печенюшку. Вот такие они у меня немножко расползлись. Уж совсем я мало муки положила. Напоминают гусиные лапки печеньем. Нежное внутри, такое сладенькое. Сахар растопился. Очень вкусненько. Сладенько. Но я хочу сочнее. Очень хочу. Надо испечь сочнее. На сегодня все. Вон у меня баночки ждут. Я буду солить, провожать Сергея на работу в ночь. Хлеб у меня там. Потом как-нибудь покажу для новых подписчиков, как я ставлю хлеб. Потом. Будет еще время. И все. Пока-пока.